Это тоже Миро? Нет, Миро знает Роу Спешл, но твоего не узнать. Вам слово, расскажите про себя, представьте себе, расскажите про своего друга. Опять же, меня зовут Андрей, но в этот раз хозяин здесь, но он не хочет уходить. В общем, взяли рабочий город, спасали колеса от Мирона 12-го года, они были изящные. Ну и просто-напросто облегчили конструкцию, сделали ее такую стремительную. И все черное, матовое, затонированные поворотники, все, в общем-то, вся электрика спрятана, приборка убрана, фальтбак. Вот такой получился байк. К сожалению, немножко не успели доделать широкое колесо, поэтому на сегодня выехали в суденьком оригинально. Надо привыкнуть к широкому колесу, и вы будете входить в повороты легко и свободно. Аплодисменты этому байку. Номер 17. Так, а что? Такое? Филюр. Филюровое сиденье. Смотрите, и удобно и водителю, и тому, кого он возьмет с собой прокатить. Удобно, мягко, комфортно. Аплодисменты этому байку.